Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале Дарья Чикаго. Хочу передать вам привет из солнечной Флориды, в которую я поехала отдохнуть. И сегодня хочу показать вам одно замечательное упражнение для расслабления глаз. Это упражнение можно делать везде и всегда, сколько угодно, хоть целый день. И на самом деле это очень эффективное упражнение, потому что оно действительно помогает не только расслабить глаза, но и даже восстановить зрение, если его делать регулярно. Его могут делать дети, взрослые, могут делать люди на работе, которые работают очень много с компьютером. Вообще человек любой профессии может делать это упражнение. И это упражнение называется палминг. Палминг переводится как оладонивание, то есть palm в английском языке это значит ладонь. И что мы будем делать? Мы будем делать следующее. Значит, сначала нужно ладони потереть, согреть. И затем вы закрываете глаза и накладываете ладони вот таким образом, чтобы они закрыли ваши глазницы. И затем глаза нужно открыть и смотреть в темноту. То есть вы должны сделать такое затемнение, чтобы не было ни одной щелочки, чтобы руки плотно-плотно прилегали к друг другу. При этом постарайтесь не давить на глазные яблоки. То есть у вас должны получиться такие, как будто бы очки, как такие, как пещерки. И вот мы накладываем с вами ладони, теплые ладони, вот таким образом. Руки можно положить, ну, например, на стол, или вот я сейчас сижу на таком низком диванчике, я кладу, ставлю локти на колени и закрываю глаза. И таким образом можно посидеть минимум одну минуту. То есть можно считать. Давайте сейчас сделаем вместе с вами. Приготовьте свои ладони, потрите и закроем глаза и просто спокойно смотрите вовнутрь, в темноту. При этом можно думать о чем угодно, можно смотреть в темноту и представлять какие-то красивые вещи, какие-то красивые места, что-то приятное, что-то необычное. Иногда люди говорят, что они там что-то видят на самом деле. Вот, и таким образом вы можете сидеть одну минуту минимум. Можно сидеть две минуты, можно сидеть три минуты. Ну, в зависимости от того, сколько времени у вас есть в наличии. И даже если у вас есть совсем мало времени, все равно попробуйте эту технику. Вот, и вот сейчас откройте глаза и посмотрите, как сразу ярко стало, правда? Как замечательно. Хочу сказать, что это упражнение нужно делать, сняв очки. Если вы носите контактные линзы, то, ну, конечно, лучше делать без них. Но даже с линзами это упражнение очень действенное. То есть оно очень замечательно расслабляет глаза даже с линзами. Вы знаете, я заметила такой эффект, что когда я его делаю часто, допустим, каждые 2-3 часа, то мне даже не нужно одевать очки, потому что я на самом деле тоже ношу очки. Иногда я могу целый день ходить без очков, если я делаю это упражнение. И почему оно работает? Потому что таким образом наш глаз, он расслабляется в темноте. Если вы замечали, если вот вы носите очки, иногда вы утром просыпаетесь, и первое время вы делаете все без очков. И потом через какое-то время, так как глаза уже начали уставать от света, нужно одеть очки. Но до того, как вы об этом вспомнили, глаза на самом деле не нуждаются ни в каких очках, ни в какой помощи. Поэтому вот пробуйте такое упражнение. Я советую, особенно вот если меня смотрят люди, которые работают возле компьютера,
у компьютера, с компьютером. Или сейчас мы все постоянно смотрим в голубые экраны. Попробовать это упражнение сделать, и вы почувствуете замечательный эффект. Вот. И еще я хотела рассказать интересную историю, связанную с этим упражнением. Один человек в Индии, он был уже пожилой, он пошел к офтальмологу, глазному врачу. Они проверили его зрение и сказали: «Вы знаете, вам можно зрение восстановить, если вы будете делать вот такое упражнение, оладонивание». И он спросил, а сколько же его делать? И они сказали: «Ну, сколько у вас есть времени, столько и делайте». Он сказал: «Хорошо». И буквально через неделю этот человек пришел опять на прием. И люди, которые работали в этой клинике, они сказали: «Подожди, ну ты же только был на прошлой неделе здесь». Он сказал: «Ну, я хочу, чтобы вы проверили мое зрение». И они проверили и увидели, что у него полностью восстановилось зрение. Они очень удивились. Они сказали: «А что ты делал?» Он сказал: «Ну, вы же мне сказали держать ладони у глаз, возле глаз». Таким образом, ну, они спросили: «А сколько же ты это делал?» Он сказал: «Я сидел целыми днями, потому что у меня нет работы, у меня дети выросли, мне нечем заниматься. Я решил вот так проводить время с закрытыми глазами и греть их руками». Ну и было удивительно, что вот таким образом у человека восстановилось зрение за неделю. Это настоящая история, невыдуманная, вот, которую мне поведал мой учитель. Вот на этом я и хочу закончить мое короткое повествование на сегодня. Надеюсь, что вам было полезно, интересно и приятно, и вы попробуете делать это упражнение сами дома, научите ему своих детей, своих внуков, своих знакомых. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующий раз. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что вы смотрите. Спасибо, что вы со мной. Благодарю вас. Хорошего вечера, хорошего дня.